Ну что, ребят, здравствуйте, привет, мы продолжаем проходить с вами NFS Underground 1. И прошлая серия, когда была довольно-таки интересная, мы с вами прокачали даже автомобиль. Вот, поэтому обязательно посмотри. Ну, если вообще не смотрел ни одну серию, посмотри с самого начала. Ссылочка в описании находится на плейлист по напряжению данной игры. И подсказка, как там из компа смотришь вверху справа, да, будет такой кружочек беленький с восклицательным знаком. Либо чуть ниже описание спускаешь, там вот подсказки те же самые, да. Вот, там прикреплена прошлая серия и плейлист по напряжению данной игры. Обязательно посмотри. Вот, а мы с вами сегодня проходим дальше. Прошлой серии мы даже с вами турнир прошли, да, полностью. В этой серии не знаю, посмотрим. Вот, поэтому, Саш, поудобнее надевать пледик, обязательно прям пить куш, прям чипить кофетили и псевдо перед просмотром. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, давай, что у нас здесь? Заезд на время есть, да? Поступило сообщение. Получить сообщение. А сюжет куда идет дальше? Все это туфта. Такую байду любой может купить. Поверь мне, тебе это не упало. Эй, у меня есть то, что тебе нужно. Короче, ты же в курсе? Не все можно купить за деньги. Я единственная, кто сможет тебе помочь. А, да? Правда? Эй, парень, тебе повезло, что я оказалась рядом. У меня есть кое-что полезное для тебя. Выиграй эту гонку и получишь приз. За 2 минуты 42 секунды. Ты видел, какая там трасса? Это, ну, огромная. Ого, стартовали с нами быстренько. Поехали, чё. Значит, там нужно не врезаться и по-хорошему не тормозить так прям много. Давай еще анимации, да, 2 секунды будет идти. Хули, блядь. Ну, уже, я думаю, мы все не успеем. Хотя, кто знает. Управляется она хорошо теперь. 100% получше управляется. Да, еще бы, блядь, я не врезался. Вот это было бы вообще классно. Но мы уже не успели, да? 5 минут 30. Блядь, смотри, как это раз, это вообще жесть. Хотя у нас минуты 17 еще есть. Ну, он уже финиша вижу, но, блядь, там вообще жесть. Ехать. Да, ну, пожалуйста, давай не будем, блядь, такую хуйню страдать, ну, пожалуйста. Ну, не, успеем, я думаю, успеем. Здесь бы нитро не пригодилось, то здесь бы нитро реально пригодилось. Секунд, ребят, 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ну, прикинь, 3 секунды осталось в запасе, ну, наверное, там 3,5 или что-то такое. Успели прям тютюрько, прям на тоненького. Фото твоей машины напечатали в автопресс. Для этого получать денежное удовлетворение, а?
Для получения приза вернись на экран. Отлично. Саман предлагал тебе один из трех капотов на выбор. Капоты, блядь. Поздравляю, парень. Ты победил. Теперь ты можешь сделать свою тачку еще круче. А что, если мне не один не нравится? Не хочу ничего. Ладно, окей. Мне не то не нравилось, ну ладно. Так, а можно этот капот убрать, пожалуйста? Ну, блядь, мне не очень нравится. Ну, мне не очень нравится это, блядь. Ну, типа, вот так он агрессивнее выглядит, как будто. Серьезно? То есть я не могу в стандарт? А, во. Стандарт. Да. Не очень нравится мне эти капот, но ладно. Спасибо за подарок. Лучше бы тогда турбину новую предложил. Зацени, как я красиво всех сделаю. Ладно, увидимся на финише. Ну, ладно, давай пройдем с тобой кольцо. Ну, естественно, да, блядь. Можно заново начинать. Да. Заебись. Заебись. Это тоже что-то нитро использовал, ничего себе. Бля, Ford Focus, ты охуел, что ли? Ну, пизда тебе сейчас будет, поверь. Они сейчас нагонят. Не переживай ты за это. Это же честно, что они толкают, там все темы занимаются. Ну реально честно или нет? Я считаю, что нет. На самом деле два круга, так что нормально, что нормально. А он использовал нитро. Быстрее разгоняйся, пожалуйста. Блядь, ну ты долбоёб, что ли, на синей хуйне, блядь, своей? Ой, блядь. Я орирую просто от игры, реально. Ну, в натуре чётко, в натуре классно. Чётко классно, ну, ебенно. Нереально. Суперски. Все, не догоню уже, да? Просто вначале прям врезаются все, это вообще жесть.
пока не припасем на финиш. Ну, не на этот, а на следующий круг припасем. Нитро на всякий случай, на всякий. Естественно. Ну давай, 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 кто-то уедет сейчас. Блять, ну иди ты, долбоебина, кусок, блять. Ну ладно. Хотя по факту он, ну, ничего такого не сделал, наоборот, прав здесь был. Просто ехал в своей линии, то мы гоняем здесь, так что. Сорян, блин, сорян. Трасса кусок дерьма, честно. Да, давай еще у меня сейчас додж этот вы. Ну, да. Не он. Не, мужик, все, иди нахуй, пожалуйста. Сосешь. Ну пососешь ты, пожалуйста, пососи, блядь. Соси уже, пососи. О, бля. Да. Да. Трасса такая не очень. По мне. Посмотри на себя, чувак. У тебя нет ни опыта, ни команды. Да и сам ты похож на придурка. И ты еще хотел мне что-то показать? Взаимно, знаешь. Ну ладно. А на своем обмен, что у нас там? Лансер. 206 Peugeot, Ford Focus, Dodge Neon, Mazda MX-5, Golf. 7. Вот продался 7. Drag Racing, Drifting, кольцо опять. Давай Drag Racing, чё. Надеюсь, просто по прямой? Да. Ну, пидары! Не, ну это бред, я считаю. Ну это, ну, это вообще, ну, ну, вообще что это вообще? Ладно, хорошо, я услышал. Бля, мужик, ну ты мудозвон. Блять, мудак ебаный, реально. Бесит мне это все, блядь, ну тоненького, на тоненького сейчас было. Ну,
Конец третьего раза. С третьего раза. Я в шоке, реально. Ну, я внутри, в шоке, реально. Ну, реально жестко. Hyundai Coupe. Hyundai Coupe. Hyundai Coupe меня ждет, да? Да, посмотрим, что это такое. Hyundai Coupe. У, бля, ну, хуй его знает. Ну, хуй его знает. Хуй его знает. Главное, что да, Мазду, реально. Мазду, либо этот. Ну, я на своей останусь, мне все равно, блядь, знаешь. Мне, мне как бы, да. Давай, погнали, чё. Дрифт. Да, дрифт это просто, чтобы почилить, да, я так понимаю, после этих гонок нервных. Либо ты хуйни как себя ведут. Ну, вот Т4 нормально, что было. Тысяч набрал 62 тысячи. Побег и там, знаешь, в другом месте, пожалуйста. Vortex, автомобиль Vortex, подсветка второго уровня. Ну ладно, давай посмотрим, что, что там за Vortex. А где Vortex? Увидеть свою машину на обложке модного журнала — это очень круто. Но для этого тачка должна не только шустро ездить, но и прилично. Чтобы стать лучшим из лучших, тебе нужно занять первую. Что такая будет? Неплохо, братишка, но тебе еще есть чему поучиться. Бля, пропустил, прошу прощения. Ну и ладно, что он там выпендривается-то? Поучиться, вот тебе надо поучиться. Вот это что, вот эта машина есть? Вот это, кто от меня едет? Интересно было бы на ней покататься тоже. Но где покупать эти машины, я даже не знаю, ребят. Даже не знаю, где покупать машины эти. Вот в этом прикол есть. Только можно обменом сделать, все. Она очень хорошо управляться стала, очень хорошо.
Зачем он остановился? Ну ладно, ладно. Мы здесь вообще не ездили в разное, ладно. Типа это большая трасса с тремя финишами, так скажем. Правильно, я думаю? Нет, вот та же идет. Странно очень, но ладно. Спасибо. Очень хорошо, что я так не... Я сейчас очень сильно далеко от них нахожусь. Это очень хорошо. Очень хорошо. Даже те 6 секунд, которые от гольфа нахожусь, это очень хорошо. 7. Ну, он уже, ну, 7, да. Потому что в случае с чё, да, сейчас вот где-то ошибусь, ничего, надо постараться не ошибаться. Вот, то смогу изи, ну, выиграть. Итак, фора для меня, фора больше, по большей степени, скажем так. Мне надо очень хорошо стала управляться, очень хорошо. Ну, это сейчас фора для меня была. Он начал догонять, но в любом случае успел подальше отъехать от него. Не знаю, здесь накапливается повторно или нет. Ну, этот... Как он называется? Нитрово. Ну, парень, Нитро. Поздравляю. Теперь тебя посчитали? Думаешь, это только начало? Ладно, не смеши меня. О! Вот то мы фамилию напечатали на обложке Modified Mac. Ты занял позицию 10 в рейтинге режима кольцо. Нормально, нормально. Нормально. Ты на обложке Modified Mac. У меня просто нет слов. Только у меня не затонированы, если что, эти. Ну, фары. У меня затонированы стекла, ну ладно. Чуть проебались они, ну ладно. Ничего страшного, ну бывает, бывает, что скажешь. Ну что скажешь, что уже, ну что уже сделаешь, ну что сделаешь, ну что, ну, ничего не сделаешь. Так, ну тут пока ничего не доступно мне в любом случае, поэтому можем дальше идти, да? Да. Турнир, давай сыграем турнир. Let's go. Субару тут нихуя. Мари Субарик стоит. Ё-моё.
Поздно. Аккуратненько, аккуратненько. Следующий этап. Следующий этап. Ебать, это было красиво, кстати говоря. Ты видел это? Блять, ну серьезно, из-за этого долбоеба на своем джипе, ебаный, да? О боже, блять. А финиш был прямо около меня. Ну можно это убрать уже говно, блять, я не понимаю. Едет, блять, еле-еле. Поехали. Проебался чуть, но ладно. Проебался чуть, но ладно. Бля, Субарик, давай не жми, пожалуйста. Пожалуйста, можно до финиша доехать? Вот финиш, все. О, жесть. Следующий этап. Типа драг рейсинг здесь сейчас будет, и все? Наверное, да. Поздновато опять. Ебать, что? Поезд, блядь, он там едет опять. Опять, с фига ли он там вообще появился, его там никогда не было. Ну ладно, типа такой нежанчик, ну ладно. Поздно опять. Бля, долбоёб, уйди. Всё. Типа такая подъёбочка, не знаю, от разработчиков, чуть не разработчиков, типа что там поезд теперь поехал. Хотя он там ни разу такого не было, что мы на этой карте с вами играли в драг рейсинг, и там ни разу не ездил поезд, вообще ни разу. Я тогда ещё задавался вопросом, зачем там трамплин, зачем там трамплин? Ну вот, для этого, видимо. Mm-hmm.
Ну, можно же заново. Ладно, не надо было поворачивать. Что, какая-то бреду вообще тоже трасса, блядь, уебанская максимально. Да уж, да уж. Да уж, жесть. Ладно. Благо, что прошли. Аппликации, возрождение и спринт-трасса. Drag Racing снова. Угу. Ну, давай спринт сыграем. Потому что у нас с тобой только что был, да, Drag Racing, поэтому спринт сыграем с тобой. Блядь, Корвит, что это, блядь? Тойотка, это Субарик и... Бля, куда я еду, ёбаный в рот. Блять, тупорылое такси, нахуй. Я, бля, это пиздец вообще полный, блядь. Я не знаю, как это играть сейчас. Не, я знаю, но просто здесь как-то бредово. Немного иногда боты себя ведут, очень бредово ведут себя иногда боты. Ну вот что ты делаешь, мразь ебаная, блядь. Ну что это сейчас такое было вообще, блядь? Сохрани чуть-чуть для этого, для финиша. Ну естественно, блядь, что это за анимация вообще? Что с камерой случилось, блядь? В моменте просто, блядь, аваху просто с этой хуйни. Иди отсюда нахуй, блядь. Естественно, блядь, ну естественно. Да подсёшь ты Бибу, иди отсюда нахуй. Да, Субарик, отъебись.
Все со самого Субара, со самба. Да блять, что это? Что это за хуйня, блять? Что это сейчас было такое? Что это? Вот что это за хуйня? Вот что это за говнище, ебано? Бред, прав, ну это вот это бред чистый, блять. Да. Просто врезаются, они прям так резко берут и врезаются в тебя, пиздец просто, жесть. Ну естественно, ёпта! Естественно, ёпта! Куда же без такого, блядь, мудака, который проедет мимо? Конечно, блядь, без бота, который будет мимо ехать, конечно, нельзя же, блядь, да. Просто поперек будет ехать дороги. Вообще, куда без этого? Куда? Ну так вот стоит, бля, чел. Бля, спасибо, что прям, ну, молодец, мальчик. Вот так нельзя было с первого раза, не пойму просто. Да. Машина Эдди — это что-то нереальное. Делать это сейчас импресса четвертый. Сейчас Субарик, блядь, четвертый. Да. Ну ладно. Тяжет приз Субара, блядь, импресса. Да, я в шоке, я орирую просто. Ладно, глянь красиво. Сюда, счастливчик. Вот это называется крутая тачка. Да, посмотри, что у меня сейчас на этой тачке своей, блядь. У меня автомобиль, по крайней мере, а у тебя тачка, блядь. Ну посмотрим, как на этой... Одноколёсный или двухколёсный, скажем мне. Ну, на который кусок же возит, да? Но он на этой на который кусок возит. Прочитано сейчас было. Десятое место в драгрейсинге занимаю. Ничего себе. Спринт и зависит на бой. Давай мы в следующей серии это сделаем, в принципе, да? Сохранимся сейчас. Сделаем с тобой это в следующей серии. Серия так длинная получилась. Вот. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Принесу. Увидимся в следующих сериях. Давайте.